Всем привет! Сегодня у нас продолжение рубрики «Постройки подписчиков». У меня в гостях Кримсон и его механический паук. Перед тем, как мы начнем туториал, поставьте лайк и подпишитесь на канал, и не забудьте оставить свой комментарий. Сейчас давайте посмотрим, на что он способен. Если у вас есть свои оригинальные собственные постройки, то отправляйте их на мой Discord сервер, ссылка на него есть в описании. Если она будет интересная, то мы обязательно снимем ролик. Для этой постройки нам понадобится время туториала. Сначала ставим 3 деревянные палочки, на них блок и растягиваем его. В длину он должен быть в 10 блоков, а в ширину в 3 блока. По краям ставим по одному шарниру, как на видео. На эти шарниры ставим деревянные блоки. Спереди шарниры ставим впереди блоков, а сзади сзади блоков. Крючки угол наклона ставим на 15 градусов. Теперь на эти шарниры ставим деревянные палочки под наклоном 30 градусов. На каждую палочку добавляем по 2 палочки. На эти деревянные палочки ставим шарниры. На эти шарниры ставим палочки под наклоном 15 градусов. Добавим к ним еще 4 палочки. После этого под всеми этими палочками ставим деревянный блок. Протягиваем их вверх, они должны получиться длиной 3,5 блока, или 7 делений на рулетке. Снаружи к деревянным блокам чуть повыше на одно деление ставим деревянные палочки. И внизу этих блоков тоже добавим по одной. Начинаем строить механизм для анимации ног. Ставим 3 шарнира друг к другу. Сначала первый, к нему второй и третий, смотрящий вниз. И так делаем везде. К шарнирам, которые смотрят вниз, прибавляем по одной деревянной палочке. Прикрепляем еще палочки. И центральные удаляем. Поставим поршни. Теперь поршни с помощью деревянных палочек нужно привязать к другой деревянной палочке.
Теперь ставим плоские колеса. С помощью деревянных блоков связываем колеса, как показано на видео. К самим лапкам сделаем опоры длиной в 5 делений на рулетке или 2,5 блока. У поршней длину ставим на 4, включающий момент у колес на зеленый и скорость на 5, и у всех ставим обратный поворот. По центру ставим кресло пилота и начинаем привязку. Сначала все, что привязалось к креслу, нужно отвязать. Теперь начинаем привязку с поршней. Выделяем все 4 поршни и привязываем их на клавиши X, Z. Выделяем 2 колеса по диагонали и привязываем их на клавиши E, T, а 2 оставшихся колеса на Q, T. Теперь выделяем все механизмы, кроме опор для ног, и включаем у них прозрачность на 100% и отключаем коллизию. У опор просто включаем прозрачность на 100% и не отключаем коллизию. Соединим тело этого робота вместе со всеми механизмами с помощью палочек. У этих палочек не отключаем коллизию и прозрачность ставим на 100%. Все, наш робот готов, сохраняем, опускаем и давайте сделаем проверку. Садимся на кресло. Нажимаем клавишу X, чтобы активировать поршни. Теперь поднимаем 2 ноги. Для этого нажимаем на клавишу E. После того, как мы подняли 2 ноги, можно нажимать на E, Q одновременно и идти вперед. Или нажать на клавишу T, чтобы ехать назад. На этом все. Наше видео заканчивается. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был Games. Всем пока.